еще спуск, вы же там туда собака сейчас тебе полезет купаться. Смотри, там небось форель водится. Я тебе говорю. Смотри, прозрак какой. Каландор, ныряй. Чтоб потом нас не доставали отсюда. А. Все, первый пошел. Ох, холоднючая. Крутяк. Да, я так даже не замочил ноги. Все, погнали, крутяк, погнали дальше. Видишь, дети не помеха. Не, молодцы. Че, крутой видон. Чтоб тут еще палаточку поставить, вообще было бы круто. Или этот барбекюшечку забомбить. Фух. Крутяк. Валим дальше. И че? Тебе говорю, тут какие-то насекомые. 100%, смотри, дырки. Сверху крышка. Сверху. Да, сверху крышка, они не выберутся. И они, походу, просто собирают насекомых и потом смотрят, какие насекомые вообще живут в лесу. Не, так а что, нормально, и потом снимать. Да, обычно. Что у них? Жучки мертвые. Мертвые жучки. Ну, я тебе говорю, что они собирают насекомых, и потом делают опись, какие жучки живут в экосистеме. Вполне нормальная тема, по-моему, биологов. Или как она, зоологов тут, насекомоологов. Жучкологов. Жучкологов. Ох, очередной ручеек красивый. Ну, положили камень в медную трубочку. Пить хочешь? Виталь, водички надо набрать? Нет, тут вода, кстати, нет. С-под земли бьет ключик. Ну давай ему там. Давай, Антон. Ешь. Что-то еще хранят снизу в этом чемоданчике. Может, песок какой-нибудь, если загорится, посыпать. Прикольная кормушечка. Я думал, знаешь, они там зерно какое-нибудь им подсыпают. Они им сено пожевать. В Польше у оленей нехватки с йодом в крови, в этом организме нету. Соли нет проблем. А так хотелось. Накопать. Может быть, в этом. В ящике? В ведре?
Ну, недавно утрамбовали. Ну, свежак. Командор, где твоя палочка? Та уже кинул где-то. Командор наконец-то оставил палку. Все, командор, пошли. Фу, все, решено, а за черникой едем сюда. В общем, ребят, прошли 1.5 часа по дорожке и решили вернуться, потому что уже достаточно поздно. И решили вернуться через пару недель, подготовлены с едой, приехать пораньше, взять уже карту парка, чтобы не наобум. Но сегодняшняя поездка получилась такая разведывательная. Понравилось очень много красивых мест, пейзажей. Советуем. Ну и до новых встреч. Мы вернемся. Пускай Илья снимает, давай покажем, как танцевали в 90-х годах. Иди сюда. Значит, дискотека сельского типа 90-е годы, давай. Начало 2000-х. Но, заметь, как танцевали мальчики, девочки так не танцевали. Пацаны как танцевали, да. Показывай. Так надо танцевать. Погнали.